Караганду прибыл с рабочей поездкой премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагынтаев. Чиновник ознакомится с ходом реализации задач послания «Третья модернизация Казахстана», глобальная конкурентоспособность и программной статьи президента страны «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В регионе премьер-министр посетит ряд промышленных и производственных объектов, среди которых предприятия по переработке молока и производству молочных продуктов ТО «Натиже Сутфабрикаса». Премьер-министр страны и министры встретились с чиновниками, предпринимателями и общественностью Карагандинского региона. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития региона. Бакытжан Сагынтаев отметил промышленный потенциал региона и значительную роль карагандинского производства в экономической сфере государства. Также премьер-министр отметил важность технологического развития отечественного производства. О развитии сельскохозяйственной промышленности региона рассказал заместитель акима области Серик Шайдаров. Также в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр Сагынтаев посетил предприятие «Натиже Сутфабрикаса», где ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства молочных изделий. На сегодня на заводе изготавливаются 30 видов молочных продуктов, а перерабатываются 86 тонн сырья в сутки. Сейчас на данном производстве работают 190 человек. Генеральный директор молочной фабрики Ерлан Ашимов рассказал о применяемых технологиях и дальнейших перспективах предприятия. В настоящее время запускается процесс изготовления нового вида сыра совместно с кокчетауским филиалом турецкого завода. Бакытжан Сагынтаев высоко оценил работу завода и предложил в дальнейшем продолжать запуск новых производств. Государство, в свою очередь, всегда готово поддерживать отечественных производителей, заверил премьер-министр. Фариза Албаева, Жаксылык Нуртай, Никита Миткин, Первый Карагандинский.